серенько, да? Ну, с одной стороны снимай, со второй потом. Ну, саму свою. Чтобы нам заливать спокойно. Палка пригодилась, да, хорошо, не сломали ее. Кто залез на машину? Это Лёлик залез на машину. Яйка моя, а где Бонечка у нас сегодня? Что-то не появляется совсем.
Мы закончили заливку бетона. Осталось снять опалубку кое-где. С этой стороны сняли, а с той стороны еще пока нет. И все. У нас будет здесь чистенько, аккуратненько. Все потом вымету под метелочку, вышкребу. И все. На этом бетонные работы закончатся. Видите, вот эту половинку вначале залили, а потом вот эту узенькую. Потому что выезжать надо было еще за цементом ехать. Много сразу не перевезешь, по два мешка только возим. Поэтому заливали частями. Да и с улицы гравий, не гравий, этот отсев с улицы сразу же не занесешь. Поэтому в два дня вот эту половинку вчера залили, вот эту половинку сегодня утром залили. Видите, все, мне осталось теперь привести в порядок вот это, где ежевика там растет. Покрашу бордюрочку, там он досочки все снимет. И все на этом. Площадочка будет готова. Конечно, вот тут вот, может быть, когда-нибудь вот поликарбонат бы, да, мне кажется, сделать бы. Тогда вода сюда не капала бы. И опять же свет бы попадал на виноград. Ну, это так. К слову просто говорю. Оно, конечно, не важно это. Пусть так стоит. Главное, что здесь теперь трава это не будет, мусор этот не будет. И здесь подлили просевшую плиту бетоном. Таким крепким раствором, чтобы оно не отслоилось. Друзья, очень многие спрашивают, какие микробы мы сыпем в септик. Вот такой я покупаю, видите, для выгребных ям и септиков. Он стоит приблизительно 110-120 рублей. Иногда по 90 кое-где попадается. Если я вижу по 90 там, то я беру его побольше. Сыплю примерно один раз в месяц. Но если я еще покупаю в светофоре, бывают дешевые по 30 чем-то рублей, там такие пакетики. И тоже написано для выгребных ям и септиков. Я им тоже не гнушаюсь, его беру и тоже его подсыпаю. Как бы лишним не будет. Но если в светофоре нету этих дешевых, их очень быстро разбирают, то я покупаю вот этот вот. Но этот я как бы один раз в месяц его сыплю. Так что сыпьте обязательно, чтобы там все эти самые твердые отходы, они все как бы переедаются вот микробами вот этими. И остается вода. Вода уходит. У нас септик не, как бы никогда мы его не убираем, не очищаем, ничего. Вот пользуемся только вот этим. Вот живем мы второй год. Как было половина воды в септике, я всегда открываю вот этот вот как бы лючок, посматриваю, чтобы там, ну, мало ли что, вдруг вода начнет подниматься. Нет, смотрю, всегда на одном уровне стоит. Вот. И если микробы вот эти работают, то как бы на воде такая как бы шуба стоит. Как, ну, вот как, знаете, как дрожжи ходят, когда и как бы такая пеночка. Так же и там. Вот эти вот, видать, микробы работают, и они вот так пеночку вот эту создают, и она там все это шебуршится. Но не забывайте, что в эту воду никогда мы не кидаем бумажки. Туалетную бумагу мы не кидаем. Только вот все, что есть, вот естественно, все там, это вода, шампунь и все такое. А бумаги отдельно, как бы мусорное ведро, и все это, ну, на мусорку отдаем. Имейте в виду.